земной поклон всем тем, кто мир теплом наполнил и светом озарив свой долг исполнил. И оттого работаю горды, что из железа наш характер скроен в заветном отзвуке большой судьбы. Добыча нефти на сегодняшний день – это механизированная добыча. Поэтому система электроснабжения, теплоснабжения имеет для стабильной добычи огромное значение. И работать главным энергетиком – это заслуженно, ответственно и престижно. Наш коллектив из года в год успешно выполняет свои производственные задачи, снижается количество аварийных отключений, теплоснабжение становится стабильным. И благодаря этому Татнефть обеспечит выполнение по добыче нефти. От лица нашего коллектива, от себя лично, Александр Николаевич, поздравляем вас с большим юбилеем и желаем вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, добрых дел на благо нашего предприятия. Дорогой Александр Николаевич, разрешите поздравить вас с замечательным событием в вашей жизни. Ваш вклад в энергетику Татнефть невозможно переоценить. Лично я обязан вам в становлении как специалиста. И все мои коллеги-энергетики, наверное, это скажут. Вы прекрасный человек, замечательный специалист. Пожелаю вам успехов, жизненной неиссякаемой энергии и воплощения всех самых ваших сокровенных желаний. Такие большие глобальные задачи, которые поставлены перед управлением энергетики, возможно решать только под таким руководством, как наш Александр Николаевич. Благодаря его светлому уму, высокому профессионализму и добрым человеческим качествам. Спасибо вам, Александр Николаевич, и с юбилеем вас! В канун юбилея Александра Николаевича хочется от имени коллектива «Татнефть-Энергосбыт» от себя лично пожелать крепкого здоровья, счастья в личной жизни и неуемной энергии для претворения в дальнейшем всех намеченных планов на благо группы компании «Татнефть» и энергетической службы. Александр Николаевич, я от души поздравляю вас с вашим прекрасным юбилеем. Хотелось бы подчеркнуть и выразить слова огромной благодарности за ту вашу работоспособность, инициативы, постоянное стремление к движению вперед, благодаря чему мы сегодня получили такие капвложения в энергетику, которых не видели ранее, благодаря чему свершились все те радикальные, ну а порой, наверное, даже и революционные для своего времени преобразования. И система электроснабжения Татнефти сегодня является одной из лучших во всех нефтяных компаниях. С днем рождения вас! Хочу от души поздравить Александра Николаевича Евсеева с его днем рождения. По моему мнению, Александр Николаевич – это стержень энергетики ООО «Татнефть». А если учесть объем энергохозяйства, потребления и выработки электроэнергии и теплоэнергии, то, безусловно, он является стержнем энергетики Республики Татарстан. Хочу отметить его как человека с большой буквы и профессионала своего дела. С праздником вас, Александр Николаевич! Александр Николаевич очень человек увлеченный, болеющий за результат своей работы, за конечный результат, добивается начатого. И хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить его со знаменательной датой, 60-летием, пожелать ему здоровья, его близким. Всего хорошего, Александр Николаевич. Хочется поздравить Александра Николаевича с большим юбилеем, пожелать ему здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Пользуясь случаем, Александр Николаевич, разреши мне поздравить тебя с юбилеем наступающим, пожелать тебе здоровья, счастья и сказать добрые слова. Вы оставили глубокий след в развитии энергетики нашей компании. Я хочу поздравить Александра Николаевича с его юбилеем. Хочу пожелать ему счастья, здоровья, благополучия в работе и семейной жизни. Уважаемый Александр Николаевич, примите сердечные и искренние поздравления с юбилеем. Вы профессионал высшей квалификации, руководитель с большой буквы. И это главная составляющая вашей жизни. Профессионализм, умение увлечь людей, сплотить их и сделать своими единомышленниками – вот это истоки вашего авторитета. Вы молоды душой, целеустремленны,
Я желаю вам, чтобы ваша жизнь, как цветная мозаика, была наполнена светлыми красками радости и удачи. И чтобы каждый день приносил только приятное настроение. Уважаемый Александр Николаевич, от лица коллектива энергослужбы НГДУ «Прикамнефть» разрешите поздравить вас с юбилеем. Под вашим руководством в нашей компании реализованы и реализуются многие масштабные проекты, которые повышают надежность энергоснабжения объектов АО «Татнефть». Мы хотим поблагодарить вас за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете каждодневно в решении наших вопросов. В день вашего юбилея желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов и достижений в вашей непростой и ответственной работе, новых побед на благо нашей компании. Александр Николаевич, все энергетики «Альметьевнефти» поздравляют вас с вашим юбилеем, желают вам крепкого здоровья и успешной работы на благо нашей родной «Татнефти». Уважаемый Александр Николаевич, решите от имени «НГДОЗНА КАЕФ-НЕФТЬ» коллектива и от себя лично поздравить вас с вашим юбилеем, пожелать вам крепкого здоровья, такой же неиссякаемой энергии при реализации задач в энергетическом комплексе компании «АО «Татнефть». Уважаемый Александр Николаевич, в этот день, день прекрасный вашего юбилея, мы хотим от всей души вас поздравить. В первую очередь пожелать вам здоровья, успехов, дальнейших трудовых свершений. И нам очень приятно работать в вашей команде.